Люди с активной жизненной позицией, которые на своих страничках в социальных сетях делятся с другими пользователями актуальной информацией о жизни родного края, встретились с главой муниципалитета для того, чтобы обсудить разные вопросы социальной среды района. Валерий Венцель всегда открыт для подобных диалогов. Мы стараемся такими встречами, общением в интернете все-таки решать злободневные вопросы, которые у нас, честно говоря, скопилось достаточно большое количество. Евгений Сурков хоть и не позиционирует себя как блогер, однако именно в одной из социальных сетей с помощью чата координирует действия жителей, помогает им в решении проблемы загрязнения воздуха. В этой встрече он видит множество положительных сторон. В принципе, мы хотели бы как-то поднять, может быть, эту тематику и использовать потенциал, который здесь есть, для того, чтобы усилить нашу активность, чтобы наши усилия в конечном итоге увенчались успехом. Мы добились своей цели. Наша цель – чистый воздух, с одной стороны. Ну и плюс у нас есть еще несколько интересных проектов. Может быть, мы здесь пересечемся с теми, кто их координирует. Проект Виктории Новиковой «Фестиваль истории» связан с 90-летием Ленинского района. Она представила перед собравшимися его концепцию. Задача проекта – активизировать местных жителей и еще ближе познакомить их с жизнью родного края. Фестиваль истории пройдет в день города Видное. В старом городе будет больше классичного такого формата, хотя он тоже достаточно прогрессивный, но там больше таких форматов будет, которые понятны и старшему поколению, и молодому поколению. В новых микрорайонах мы сделаем более прогрессивный, яркий, молодежный пикниковый формат. Там будет, например, массовое строительство арт-объектов больших, какая-то совершенно другого плана музыка. В беседе затрагивались и насущные вопросы, связанные с районной инфраструктурой. Так выяснилось, что в разгар сезона нет ни одного разработанного велосипедного маршрута. Но и эта ситуация, по словам главы, скоро изменится. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.